Hey, guys, с вами Шмики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ori and the Will of the Wisps. Что, игра начала вылетать? Ладно, плевать. Это у нас продолжение первой части Ori, да. Как я помните, вам говорил, сюжетка продолжается в плане того, что первая часть у нас закончилась на том, что яйцо, которое осталось после совы, оно треснуло, то есть там родился совенок. Сразу, что можно отметить в данной игре? Так, параметры. Тут есть достижения. В игре есть теперь достижения. Мы потом все это с этим посмотрим, что да как. В настройки я включил самое такое. Только это, видите, нету размытия на мышке, оно было прикольное. Давайте, пустая ячейка. Ага, эксперт. Низкая сложность. Для игроков, которые сюжет интереснее, чем сложность. Обычный режим. Игра Ori and the Will of the Wisps задумывалась именно такой. Режим эксперта. Самый сложный режим игры рекомендуется для начала пройти ее в обычном режиме. Ну, мы будем в обычном режиме, а потом... Ну, режим эксперта, я не знаю. Ну, обычный и обычный. Типа... Единственное, что я знаю, что в игре будут боссы. Это я знаю. По графической составляющей игра, кажется, какая была, так и немножко осталась. Хотя, кажется, она немножко улучшилась. Но есть довольно маленькие просадки FPS, если это можно назвать. Чё это? Загруженности нету, понимаете, в чем херня? Загруженности ПК нету. Ладно, параметры, подождите. Может, вертикалку включить? Но меня не прикалывает то, что оно довольно... Ну да, типа, окружающее более проработано. Мы всегда будем помнить рассвет. Когда в небель вновь пришла жизнь. Мы назвали ее крошкой Ку. Ну да, если раньше брали большой ракурс, то теперь ближний ракурс у нас. Я думал, сейчас будем опять полчаса лежать, как тогда, помните? Поэтому лучше сразу встать. Так, блин, у меня все равно как бы параметры. Не размите, блядь. А фризы, вот что это, видите, просадки, то есть он бежит? И как бы немножко задержкой. Это плохо. Типа учится летать? А у него ж перьев нету на левой лапке. Ну, правая. Ну, типа, если отзеркаливать.
Ну, уже получается год, да, прошел. Вскоре небо воззвало к ней. Услышали это Инару с Гума. Ну, слонок понимает, что у него фигня с крылом. Нам закон нужно сгонять. Я могу двигаться? Ответ пришел из прошлого. Ответ говорит, пришел из прошлого. Последний подарок матери. О. Да ладно. Перукура. Вы освоили новое умение. Нажмите Shift, входя в воздухе, чтобы парить или превращаться по воздуху потоком. А, ну это ж тупирок, который тогда выпал, да? А это камень, который показывает нам дорогу, да, если не ошибаюсь? Что открывает карту? А, серенькая, хер знает. Довольно долгий пролог. Как-то свет мигает. Вместе на новых крыльях. До неба был лишь шаг. Это созвездие? А, вон, я вижу созвездие.
Да ладно. А что созвездия дают? Может, мы должны будем найти потом созвездия какие-то? Не, красиво сделано все-таки. Ее еще красивее сделали. Тогда именно так не показывали. Ну уже 12 минут прошло, в принципе. Ветряные горы, которые мы с вами активировали. Ледяные, вулкан. Интересно, происходить все будет на той же самой локации, ну, которую мы проходили уже. Да нет, мы на какой-то остров летим. Какие-то скалы, древо. На заднем фоне какое-то колесо. Там здание какое-то даже. Так началась история. Ну слушайте, это разлученных бурей. Музыка, конечно, такая, когда летел этот, ну типа начался шторм. Прикольная. Я не пойму, почему у меня игра начинает вылетать. Ух ты, новые NPC. Я других вообще не помню, что были. Чернильные топи. Так. Ага, теперь карта у нас таким образом показана. Отображать все, отображать задание, отображать точки переноса есть, предметы. Подробнее. Окей. Так, у нас есть ХПшка, очко умений, Р, Е, непонятно что это. И кнопка чего-то использования. Не, вот это что оно так отдалено, это плохо.
могу мне хотя бы в сторону идти? Так, в ту там враги. Если что, там сохранение произошло. И тут сохранение произошло. Сфера жизни, да, это то же самое. Так, а где у нас теперь опыт отображается? Подожди. И... Ни хрена себе. 20 ячеек жизни есть. 20 ячеек энергии. Это получается здесь именно жизнь, здесь энергия, здесь вещи какие-то. Ячейки для осколков. А, горлевая руда. Что это такое? А, не, подожди, подожди, что тут? Осколки духов. Карта заданий. А куда мне идти? Ну ладно, все, давайте пока в эту сторону пройдем. Мне сюда что-то нужно. Я хочу одну вещь проверить, подождите. Блин, вот единственный минус в игре почему-то, игра начинает сама вылетать. То есть она как-то играется некорректно. Вот, опять у меня типа кружится этот вылет. Что значит быстрый доступ? Вам продолжить. Нужно было сначала влево, наверное, пойти. А могу ли я вернуться в ту локацию, где был? До этого. Ладно, пока нет, походу. Снова цветки, с помощью которых можно летать. Но здесь просто они вот собираются, то есть они никак не используются. Тут что-то. А что, непонятно. Ага, животники. Ага, это типа драться. Хорошо. Ну смотрите, здесь уже иная боевая система, то есть никак. Так, это обычная слизь. Ага, видите, есть эффект поджигания. Теперь это не обычные слизи, а какие-то... Сфера духовного света. Вы нашли сферу энергии, собирайте, чтобы восполнить. Ага, снова же. Нам нужно камни. А видите, теперь как тогда оно не собирается. Тогда хотя бы были... А-а-а, вон оно что. Ну ладно. Чирик, а ты кто так? Так, а ты что такое? Явно не Моки. Ты ведь вообще не из Нивена, да? Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега? В общем, я Ток, путешественник.
сранцы в этих краях, но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа, вот такие, а вот в той пещере как раз есть второй. Вот только чтобы его отдать, так, оттуда достать, нужен какой-нибудь половчий меня. Что скажешь? Пропавший ключ, новое задание. Найдите каменный ключ. Ага, теперь у нас даже задание с вами есть. Они у нас даже отображаются. Так, разыщите каменный ключ в пещере, у которой встретил Тока. И он даст вам свой ключ. Задание, найдите каменный ключ. И это написано награда, что мы получаем взамен. 10. Мы теперь получаем 10 урона, и нам наносится урон. Смотрите, на карте теперь отображаются сразу, видите, где то, что можно найти. Бац, 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 бац. Ой, тихо. А, так бы я просто с этой стороны упал, наверное, и оттуда пришел бы, а ну-ка. А, видите, так туда не попасть. Ну, блин, карта медленно открывается. Довольно. Так, какая-то херня. Ага. Бьет тремя тычками. Пол хп наносит. То есть не в полное сердце, как раньше. А, прикольно. Так, прыгните на синий мох, чтобы уцепиться. А можно сразу, чтобы было близко? А, вон оно что. Видите, оно далеко, то есть мне нужно, чтобы оно было близко. А, вон что за кристалл, как, ну, скорее сказать, какие. А так, видите, я могу, типа, чтобы все показал, а могу, чтобы вообще нихера. То пускай все отображается. Ну, это намного упрощает геймплей, на самом деле. Да, каменный ключ отпирает врата духов. Каждый врата духов требует свое количество каменных ключей. Посмотреть состояние здания. Ну, нам нужно теперь просто вернуться. Замечу, что факела у нас уже с вами пока что нету. А, вот и ты. Что у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один. Я, как я и обещал, я птица, честное слово свое держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивена, пока они еще есть. А ты поможешь и дальше? А ты можешь и дальше чем-то там заниматься. Желаю удачи. Ну, теперь у нас есть новые персонажи. Пропавших ключ задания, так, мы выполнили. Подожди, а я могу просто с тобой поговорить? Смотри в оба, в этих тупях воет не только ветер. Воет. Заметьте, что
желтым цветом. То есть воет, значит, волк. Походу за него говорили. Ой, на это было быстрее, типа, на атаку. Кнопочку атаки было быстрее. Бесит мини-карта. Так, а мы плавать можем. И смотрите, у нас с вами воздух есть. Что вот это? Так, воздух он сразу поглощает. Я вас понял. А у меня оружия нету. Ну ладно. И там закрыто. А мне только бежать, да, нужно? В натуре. В натуре, в натуре, в натуре, в натуре, в натуре. В натуре, в натуре! В натуре. Ага, я понял. А, мне все равно урон наносится. Ну я примерно понял тактику. Иди вали отсюда. Все, а оружие можно мне? Я ул хп как бы. Так, чуть не упал. Тут есть что-то. Так, сюда мне не попасть. Логово воя. Мы идем его в логово? А, я это место пропустил. Смотрю на это все и думаю. Ой, ничего не думаю. Так, там кошаки какие-то, вниз я спрыгнуть не могу. Это мамонт? А, точно, я же драться не могу. Надо хотя бы хпшку восстановить. Ну да, он паркурит получше. Ну тогда было попреть, мышка была приятная. Да. О, древо способности, как в первой части. Хотя это древо другое какое-то. Там были столбы, а тут именно дерево, подожди. Что-то я, кажется, путаю. Что-то, кажется, я путаю. Вновь засиял древний свет. Тем временем Нару и Гума искали путь во тьме.
Ты не так, как те другие. Ты что, кричит? В тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Клинок духа, вы освоили новое умение. Так. Притяжение его кнопки... А, привяжите ее кнопкой Е или R. Удерживайте Q. Так вы сможете выполнить комбо-атаку. Давай использую свет, хотим взглянуть. Так, клинок духа. Вы атакуете врагов в ближнем бою с световым клинком. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 типов орудий у нас есть. Ага. Ну я понял, ребят, если что, короче, будем настраивать и смотреть. У нас есть кнопка атаки. Давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.